Далекие 80-е. Самый разгар антиалкогольной кампании. Трезвость, как говорится, норма жизни. Так, рубль на постель. А да, пожалуйста. У вас не будет открывалки? Какой еще открывалки? То, что вы собираетесь открывать, запрещено. Да нет, у меня вестибулярный аппарат. Да во всех вас вестибулярный аппарат. Какие были времена? Пьянству бой, товарищи. Да ничего я не пью. Совсем? Совсем? А... Как тебе, батя, не стыдно? Кошки и те пьют эту, как ее, валерьянку. Нет, батя, ты какой-то не наш человек. Ага, не ваш, не алкаш. Олег Анофриев, Спартак Мишулин, Владимир Носик, Лариса Удовиченко, Евгений Моргунов и многие-многие другие. В сатирической комедии на антиалкогольную тему «Хорошо сидим». Смотрите вечером в пятницу на телеканале «Самара ГИС».